Привет! Традиционная среда, еженедельная игра. Хотела продолжить и дальше говорить стихами, но не хватило фантазии. Поэтому поговорим в формате прозы. Надеюсь, мне не нужно объяснять, что за игра у нас такая. Все ведь уже в курсе? Как это нет? Ну ладно, объясню еще раз. Я люблю дарить подарки, тем более, когда они от спонсоров. Вы любите наш город? Если нет, переключайте канал. Все это дело объединяем, добавляем интриги, используем старые газеты, фантазию, логику и воспоминания о прошлом нашего Ангарска. И бабах! Получается игра в рамках нашей рубрики «Ну и денек». А отвечайте, конечно, в социальных сетях на страничках программы «Новый день». На дворе ведь 21 век. Вопрос прошлой игры звучал так. О каком рекорде речь и как цифры 12500 и 11900 связаны между собой? Напомню, что мы говорили об ангарской девушке и ее мировом рекорде. Ангарчанка Рима Рукасуева в одиночном ночном прыжке с парашютом поставила мировой рекорд. Она покинула самолет на высоте 12500 метров, пролетела расстояние 11900, и когда до земли оставалось 600 метров, она раскрыла парашют. Это и был мировой рекорд. Я даже представить себе не могу, как можно пролететь почти 12 километров в свободном падении. Кстати, у Римы очень интересная история жизни. Если хотите, прочитайте про нее в интернете. Теперь итоги. Вы на страницах в соцсетях предлагали разные варианты. Мол, эти цифры – дистанция, высота, покорение гор и теоретические и практические потолки. Ближе всех к правильному ответу оказался следующий комментарий. Иркутянка – первая в мире женщина, ночью преодолевшая в свободном падении почти 12 километров. Елена Тихонова написала этот комментарий. Вы умница, я вас поздравляю с победой. Вам нужно прийти в студию телеканала «Актис», где вас ждет заслуженный приз от спонсора недели – магазина экопродуктов «Сибферма». Предлагаю поиграть опять. Слушаем вопрос. Неподалеку от деревни Чебогоры бульдозерист Анатолий проводил планировочные работы. Как вдруг нож бульдозера наткнулся на интересную находку. Вопрос. Что было найдено в земле? А вариантов может быть огромное множество. Главное, когда будете писать свои догадки, помните, что нужно указать хэштег «Я знаю Ангарск» и дату 10 октября. А затем пишите свои варианты. А подарок будет? Конечно, будет. На этой неделе победителю достанется приз от салона красоты «Корица». Помните, я слежу за вами и за вашими комментариями. Правильный ответ назову ровно через неделю. Запаситесь терпением и всем удачи. Увидимся в новом дне. Пока-пока.